В актовом зале Видновского профессионального колледжа состоялась встреча главы Ленинского района Сергея Кошмана с ветеранским активом сельского поселения Развилковское. Во время обсуждения проблем муниципальной территории старшее поколение обратило особое внимание на необходимость расширения сети объектов социальной инфраструктуры. Подробности в репортаже Галины Житковой. В сельском поселении Развилковской работают две ветеранских первичных организации. Активные, целеустремленные представители старшего поколения держат на контроле самые проблемные вопросы развития муниципальной территории. На сегодняшний день главный, самый важный – принятие генерального плана. На встрече с активом глава Ленинского района Сергей Кошман подробно объяснил, какие усилия предпринимаются для решения проблемы. Это не одна бумажка. Это дорогое удовольствие, которые должны сделать специально уполномоченные организации и все предусмотреть и рассчитать. Это ведь дороги, коммуникации, развитие и все остальное. В Развилке идет активное строительство. В будущем планируется сдать еще около 150 тысяч квадратных метров благоустроенного жилья с развитой инфраструктурой. Но уже сейчас есть острая необходимость в возведении некоторых социальных объектов. Дом культуры нам обязательно надо. Вот поднимаем его сколько уже лет. Мы письма писали участникам войны, когда нас было много. И насчет профилактории просили тоже стационар сделать. Жители задавали немало вопросов о наведении порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об устройстве мест отдыха возле местных водоемов, решении социальных вопросов и отслеживании ситуации с незаконной парковкой большегрузного транспорта. По всем затронутым направлениям были даны разъяснения. Сегодня присутствовали и представители районных служб, потому что зачастую те обращения, которые накапливаются у наших граждан, они, конечно, касаются и служб района. И я надеюсь, что нам удастся наладить более тесное взаимодействие, продуктивное, в том числе и в области здравоохранения, в области ЖКХ. Проблем и задач на Развилке много. По мнению участников встречи, работая вместе с властью и в интересах жителей, возможно найти необходимое решение. Галина Житкова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.